Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексоник, и я поиграю в игру под названием «Привет, сосед». Да, мы ее будем проходить, и я в нее немножечко так поиграл. Конечно, я ее всю не прошел, потому что, ну блин, тут невозможно, если без Ютуба, прям невозможно пройти ее без Ютуба. Смотрите, я покажу вот, ух ты, сейчас мы вернемся, короче, подождите, вон мячик покачется, сейчас я вернусь. Чуптит-муптит, что это за сенса такая? Значит, вот мы опять вернулись. Все наклонено. Вон мячик. И я вам вот что покажу. Это я сам нашел. Смотрите. Бежим сюда. Значит, оп. Появляемся в какой-то шопе, и мы уже тут. Еще звук такой прикольный. Скажите вообще. Офигенный. Это я сам нашел не... как недавно. Год назад. Ой, кто-то заорал. Пацан смотрит. На. Там такое чувство. И знаете, я иногда срусь от такого соседа, когда он внезапно появляется. Прям срусь. Срусь-присрусь. Это мальчик и... Подожди, а кого он закрыл? Мальчика или девочка? Мне вот это интересно. Я забыл то. Я вообще не помню. Так, он смотрит. Ну закрыл-то кого, скажи. Блин. Не сказал. О, он меня заметил. И что я тебе сделаю? Я двигаться не могу. Нет, ладно. Он меня поймал. Так, он поставил ключ. А где он поставил ключ? Да хватит орать тебе, блин. У меня мурашки по коже от такого орания. Так, дом. Это... Некоторые звуки были... Вот так. Это с той страшилки Лосьера Фир, которая у меня хайпанула. Так, что мне нужно взять для первой очереди? Я забыл, как подбирать. Ладно. Не знаю, где дед Василий. Но мне нужно пойти сюда и взять эти коробочки. Да, я понял. Я думала, они на F подбираются, но все-таки они на E. Так, я помню. Он спит. Дед Василий. Он близко спит. Оп, оп, оп. Так, как ставить? Я не... Вот он, смотрите. Как ставить, ага. Ага. Нет, стой, стой. А я не знаю, как... О! О, во-во-во, я допрыгнул. Нет! Дед, сосед. Привет, сосед. Так, не выходи на улицу, потому что на улице у тебя сюрприз. Тут это я. Хоп! Все, я допрыгнул. О, он телек пошел смотреть. Так, он ржет с чего-то. Я помню, что вот так, смотрите, у меня сколько сейчас коробок? У меня две коробки, смотрите, если я подойду близко и вот так сделаю, хоп, видите, я не разобью. А если я вот так сделаю, отойду, хоп, я что-то разбил. Так, он очень рядом, потому что у меня экран как-то дрожит. Что нам дальше надо? Я дверь открывать ему не буду, потому что... Я не помню, что дальше. Подождите, он где-то... А, подождите, а... В смысле? Ой, лентяя ленивая, просто срака. Не захотел просто эту дыру заделывать. Так, а это для чего ключ? Для вот этого, я думаю. А для чего этот ключ тогда нужен? О, зато я нашел... Ой, а как? А как его применить? А, во. Все, пошел нафиг. Так... Что мне дальше нужно? Мне дальше нужно включить вентилятор. Не знаю, для чего. Так, надо взять коробки на всякий случай. Вдруг... Ой. Кресло мне нафиг не нужно. Мне нужны именно... Ой, эти коробки. Ладно, не надо. Так, выходим. Куда мне дальше надо? Хоп. Фух. Так, для чего это... Хм. Угу. О,
Подождите, а как переключить? А, во. Оп. Опа! Ёп! Да ловь, ёпки! Пошёл во! Ты что запыльнул? О! Я... Ой! Фух, я думаю, его прослал. Так, знаешь... Типа машина... А, во, это для машины, я правда, честное слово, забыл. Так. Чего это на магнит? Ой, ты куда полез? Так, все, погнали. Да он ты меня опять заметил, ты задолбал меня. Я тебя этим бургером урою. Понял? Пошел вон. Пан тебе, на. Я тебе сейчас... Это покрышкой, знаешь, куда я тебе ее засуну? На тебе, по затыльнику. Так, иди сюда. Сюда, кажу, иди. Давай, давай, давай. Да что ты уходишь? Так, что мне дальше нужно? Мне дальше нужно. О, прикол. Бан. Так, знаешь, возьмем эту фигню. Пока он меня не видит. Наберемся к нему домой. Да как он меня заметил через... Так. Лом. А мне точно лом нужен? Ладно, допустим. Во, мне отмычка нужна. До свидания. Я вам... Я ничего не участвовал. Так. Дед, сосед. Что мне дальше нужно? Отмычка-то. Отмычка. Отмычка. А где он вообще? Можно я к тебе домой? Ой. 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 Пока, соседушка. Чего так медленно бегаю? Так, все. Сейчас он развеется. Это, кстати, наш дом. Где я живу. Да. О. Значит, вот тут такой... О, я могу радио притащить. А что еще могу? Ух ты, ёп. А холодильник что не могу? Он же тоже железный. О, ой. На. Лом зачем мне? Чайник могу. Что еще могу? Лом-то я ясен пень. Ну ладно. Всё. Ты что тут стоишь? Я тебя сейчас... Послушай передачи! У меня помидор так пошел вон, я тебя сейчас сам притяну. Ты сейчас сдохнешь у меня, понял? Я тут тебе зарядку, знаешь, куда засуну? Он слепой? Ну ладно. Если слепой, это судьба такая. Ну что ж, тут поделать-то? Так, значит, заберем и забираем гаечный ключик. Да? А для чего он? Он пока на улице. Так, а для... А, о, я вспомнил. Так, все. Гаечный ключ мне не нужен. Это тоже можно оставить. Так. Лопата, может, нужна? Это нужно. Это не подбирается, значит. Оба, сюда, сюда, красный ключ. Да, стул открывается. Ёпки! Сосед, привет, ёпки! Куда ты так? Что ты делаешь, сосед? Ты меня напугал. Я думал, ты спишь на своей кроватке. Ладно, над этим мы можем и закончить. Ну что ж, дорогие друзья, над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексоник. Всем удачи и пока-пока.